Всем привет, дорогие друзья! Добро пожаловать на новое видео! С вами сегодня Костин Олег Кофе, и это новая серия по Among Us. Сегодня будет все, как ты любишь. Супер долгая серия, каточки сопредателей, каточка самирных и, конечно же, много угара и много предательства. Не забывай прожимать кнопочку лайка и не забывай подписываться на канал. Твоя поддержка, как всегда, бесценна, бро. Ну что ж, друзья, всем всего приятного просмотра, приятного аппетита, ну а мы начинаем, погнали! Опа! Или че ты? А кто это предатель у нас? Кто это у нас предатель? Да, я. Так, Сереж, я стою, выполняю задание на астероидах. Так что ко мне можешь не приставать. Все, задание выполнено, прекрасно. Давайте теперь подбежим сюда, сделаю задание здесь. Давайте сразу сделаем саботаж на реакторе. И, собственно... Все, можно сразу идти отсюда. Пошли. Я выполняю задание, Толя. Так что ко мне можешь даже не подходить. Так, а Толя там недалеко убежал, надеюсь. Можно было просто его убить. Можно захватить с собой Нино, как бы, да. Ну, лишним это не будет. Так, я стою, выполняю задание. Ко мне не должно быть никаких вопросов. Где труп? Нино была в управлении последний раз, когда я ее видела. Когда я убежала в реактор. Я в реактор тоже убегал, чтобы собраться. Сейчас, одну секунду, Фазан, ты куда побежал, когда реактор тебе сделали? Фазан в реакторе. Отмена сейчас по обсуждению. Сережа, а ты где труп нашел? В щитах. Читак. Crazy Beast убийц. Почему то? Давай. Джонни, потому что. Все, Тимур, забей. Толя любит так делать. Подожди, Толя. Он на реакцию проверяет. Дедукция. Давай. Crazy Beast, короче, если исключить, допустим, что это саморепорт, да, ну, изначально. Хотя это нельзя исключать на самом деле, но процентов 10 только вероятности, условно говоря. Туда спускался первый. Если бы, короче, труп был бы там, где я ее последний раз видел, а я с ней катку всю справа бегу во время саботажа, там был Олег еще. Но она, если умерла в щитовой, то до нее добежать слева направо мог только Crazy Beast, потому что Сережа, очевидно, бежал справа-налево. Одну секунду. Фазан, когда скажи, я убегал, когда я убегал из реактора после саботажа, я специально чекнул в комнате, где камеры, люки. Ну, типа, мог кто-то перепрыгнуть в камеру с щитовой. И там никого не было. Никто не оставил. Значит, это не через люки. Значит, кто-то прибежал. Если исключить Сережу, тогда остается только Crazy Beast. Так, я был на саботаже. После саботажа куда ты побежал? Я наверх побежал. Одну секунду, дайте, пожалуйста, Фазана послушать. Я наверх через стол побежал. Подожди, нет, вот сейчас был саботаж, ты пришел и ушел. Куда ты пошел? Наверх. Наверх зачем? Труп. В смысле? Зачем? В щитах это справа внизу. Нет, это справа снизу. Нет, ты сейчас реактор слева был, и ты куда побежал? Я в столовую прибежал сразу. Реально Crazy Beast снизу. А зачем ты в столовую прибежал? Я был на саботаже. Короче, объясню. Он не пошел заправлять генератор, он сразу куда-то в ебеня побежал. Он фейканул, что он походу заправлял. Посмотрите на Фазана, пожалуйста. Вы что, издеваетесь? Присмотритесь за Фазаном, пожалуйста. Такой красивый. Так, все, отлично, вообще прекрасно, вообще хорошо. Мы убили Нино, и у нас еще плюс к тому мирные подумали совершенно на другого человека. Это вообще хорошо, это прям вообще прекрасно. Так, давайте мы типа починим здесь провода, и как раз таки сразу выполним типа якобы задание с бензином. И побежали теперь сюда. Так, бежим. Сначала заправим нижний реактор вот здесь вот. Теперь побежали сюда, снова с бензинчиком, потому что нам нужно заправить второй генератор. И давайте заодно сделаем сейчас вот так. Так, побежали выполнять задание. Пошли. Так, я сразу пойду наверх туда, сразу буду деактивировать его. Так, ну здесь никого. Опа! А вот и наша жертва. Прекрасно. Извини, пожалуйста, прости меня, дорогая. Но мне нужно было это сделать. Так, давайте, наверное, сейчас еще свет нужно рубануть. Сейчас нужно просто рубануть свет и все. Я надеюсь, что Фазан кого-нибудь убивает. Прямо каюте капитана. Кто бежал вниз? Я не увидел. Каюту капитана? Ну, справа, самая правая. Толь, ты видел, кстати, что в правой нижней хина щиты называется? Ну да, по идее. Почему? Ну ладно. Она щиты называется. Не, просто для меня щиты — это щитовая, типа. Понял.
Так, ну и чё, кто оттуда? Я последний раз Кити видел, когда она чинила 2, и там флик еще был. Видел нас. Я потом труп, подожди, ты сказал, там нашел, да? В комнате управления, да? Ой, навигация. Ну, если мы реально слили одного трейдера, то это не фазан, потому что фазан вроде со мной стоял сейчас. Потом вниз побежал куда-то. Да сейчас 2 килла же было? А, не 2. Нет, 1. По факту, просто, типа, не успел. Смотрите, фазан, может быть, я не знаю, может быть, он накраснился, но он сразу побежал и заправил двигатель. Может быть, он, типа, тупанул и не сказал о том, что он, типа, взял бензин и не пошел заправлять, а что-то другое начал выполнять. Но сейчас, либо он взял 200 IQ мув и, типа, ну, заправил, якобы, либо он так фейканул. Зэ, короче, бля. Очень тяжело сейчас. Фазан бы не успел. Сука, Толя, не дай бог ты, блядь, опять, нахуй, переигрываешься. А где твои нашли? Еще я видел вас. За навигацию. Навигация. Не, я услышал, я командную услышал, я чуть не понял сначала. Короче, у меня пока слегка красноватый Сережа. Красноватый. Ты. Так он красного света, так это есть. Олежа, не перебивай, пожалуйста. В чем прикол, Толь? Ты за этим всем? За мной следил, получается. Через вентиляцию... Ты раньше почему слегка красноватый? Потому что нету прям 100% уверенности. Я и говорю, что... убили одного, я через вентиляцию не мог пробежать, ты всегда меня видел. Я отпустил тебя буквально на 30 секунд, вернулся, ты стоял на щитах, как называют, да. Джонни, но ты вполне мог отбежать. Ну, я говорю, слегка красноватый, поэтому я бы не успел уверенности. Подожди, а кто еще был? Толь, там еще кто-то был, третий. Да, кто-то был, но я поэтому сначала и спросил, я, блядь, опять цвет не забыл. Блядь, там, да, пизда. Может, кофе? По-моему, а ты да, насчет Олег. Тима. Не башим Олега, я в Олега. О, Олега, еще подожди. Давайте. Я готов, пацаны, давайте. Мы все равно готов, точно? Олеж, ты готов точно, что в следующем мы тебя ебашим? Окей, все. Принимай полностью. Олеж, только не злись. Так, все, отлично. Сколько человек осталось? Давайте я сразу побегу в медблок, пойду встану сейчас на сканирование. Нет, не на сканирование. Я запущу аномалию. Ролик так я сделал запуск аномалии, вырубим сейчас свет, хотя, наверное, свет не нужно было сейчас выключать, потому что было подождать, пока у нас закончится КТ, и только после этого нужно было идти вставать и... Так, но то ли у нас пробежал... Это блок навигации, по-моему, да. Но они все бегают где-то вообще по правой части карты. Что у нас по заданиям там, кстати? Задание... Ну, нормально, еще успеваем. Фазан, надо убить просто кого. Вот, Фазан, вернись обратно, бей Серегу. Фазан. Так, я стою, пацаны, на камерах. То ли забежал в медблок. Да, здесь я стою, Сережа. Что ты смотришь за мной? Я стою на камерах. А чё тут так много людей стоит? Чё так много людей-то стоит тут? Пошли, Фазан, пошли. Фазан, убей Серегу! Ай, блин! Нам нужно убить срочно кого-нибудь! Надо свет рубануть. Надо подождать, пока свет сейчас выключат. И просто вырубаем свет. Сейчас, короче, вырубаем свет и сразу же нужно сделать килл просто моментально. Да, блин, да... Что, нашли сразу? Да, желтый. Бля, Фазан, я думал, все-таки... меня ебнете все же. Как и хотел, убил Асю. Аля, это уже бессмысленно. Бля, это был фазан? Да. Ебать, я гений получается, нахуй. У меня нубик ассистент. Ау. А ты уверен, что Тима все-таки был маньяком? Ну, если сейчас игра закончится, то да. Если нет... Значит, нет. Ай, блин, пацаны, забейте! Мне сейчас так не... Я нажимал на Q! Я когда выключил свет, я нажимал на Q, я хотел убить, но там сразу нажали на репорт. Там просто моментально нажали на репорт, и все, понимаете? Это такой бред вообще. Сейчас еще ждать КД, пока закончится, но они сейчас задание просто выполнят, и все. Их слишком много осталось, Сука, я думал, что напарник не сделал дабл-клик. Я свет выключил, я сразу начал прожимать кнопку kill, чтобы кого-то убить. Они сразу репорт нажали, я не успел. Да, ёжики, да что ж такое-то, а? Ладно, будем выполнять задание, в принципе, как обычно, ничего нового. Ах, и... Где? А это Джонни убили, да? Да, Джонни отлетел. Ну, Толя. Где ты его видел? Где? Флик за мячом. Ой. Где? Посередине, прямо посередине. Прямо в столовке, что ли? Нет, я ниже столовки.
Там Олег. Был только Олег оставался. Олег, да. На ловке я там что пробегал в комнату управления. Я был. А кто был сейчас в блоке с электричеством со мной? А ты вспомни цвет. Никто не говорит. Может, ты просто второй трейдер такой, я с тобой был. Да. А это просто маньяк на фазане. Я самострел сделаю. Делай, Олежа, делай. У тебя же нож в руках. Ой, это не мое. Это подкинули. Джонни, кто это был? Скажи, пожалуйста. Это был ты. Ой. Ладно, побежали снова сюда. Подожди, фазан на счету стоит. Фазан, давай вот тут вместе встанем. Давай встанем вот здесь вот вместе. Фазан, стой! Фазан! Пошли, Нино. Нино, пошли со мной. Пошли за мной. Нино, пошли за мной. Нино. Толя, пошли. Толя, давай сюда. Толя, вставай ко мне. Давай. Да быстрее встань ко мне. Че, серьезно? Никто не хочет встать ко мне? Давай. Мне кажется, не прокатит эту тему. Так, ну вроде все с нами бегают. Нету только Аси с нами. Да мы не встанем тут, Толя. Я говорил. Пара года. Пипец. Как это возможно? Я сейчас, мы встаем в угол, я вижу, то есть что слева. Мы правильно, мы... Олег. Олег, мы абсолютно правильно угадали маньяков, но и стрёмно. Спасибо большое. Да ё-моё, да какого фиг-то, а? Ладно, давайте буду сейчас бегать просто со всеми и всё. Блядь, курьер, сука. Смотри. Ага, курьер. Я знаю эту схему. Я специально буду подальше от Толи стоять. Не-н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 е. Толя не просто так сказал про курьера. Я это знаю. What the fuck? Я так обосрался, что меня фазан ебнул. Ты видел, Толя? Я видел, как ты на трупе стоял и не зарепортил. А почему у меня трупа не было? Я просто кнопку прыгаю этот... Подожди, Толя, у тебя ж курьер. Да, и мне сейчас надо будет отойти. Короче, я видел, сверху кто-то делал Это я. Файл скачал. И вбежал, увидел, как Флик стоит на трупе. Все. А где нашли? У меня кнопка загорелась этого. Я отойду сейчас. Рассказываю просто. Мне кажется, что это Толя. Почему? Потому что один раз мы уже пытались сделать такую схему. Точнее, я пытался сделать такую схему. Толя сказал мне потом, что он уже так делал. Когда, типа, ты говоришь во время катки, что, блин, у меня курьер, потому что я бы убил при Фликере, это пиздёж. Ты приходишь такой, типа, и говоришь, ой, а я ходил, у меня курьер. Я прибежал на тело мертвое, меня видели люди, я не мог убить, я бы тогда убил при всех, блядь. Я нихуя не что понял. Что ты несешь? Кто-то видел это реально? У меня не было трупа, просто у меня кнопка загорелась. Нет, подожди, стоп, Флик, ты это видел? Труп на астероидах? Да. Толя вниз, вверх, блядь, или откуда? Подожди, у тебя горела кнопка, а почему ты не нажал? Я начал искать труп, и потом... Зачем? Подожди, пускай. Нет, я, короче, стоял, астероиды стрелял, видел сверху, получается, Тася стоял, и, значит, к нам Толя через столовую зашел. Я начал отбегать от астероидов, у меня кнопка красным горела, потом серым стал. Я такой возвращаюсь назад, короче, я не смог ее прожать, потому что она у меня серым, блядь, загорелась, и тут Толя забегает и прожимает ее. А кто еще, хорошо, кто еще вправо ходил? Толя, Аси, Флик, кто еще? Крэзибист. Толя сказал, понятно, что да. Я на трупе стоял, но я трупа не видел, у меня он не прогрузился. Ну просто там еще свет же отрубили. Что, блядь, за бред был? Мы с Жаней спылились в электрической. Нет, ну конечно, если это Толя... А не факт, что ты второй. Это гениальный мув будет опять. Не факт, что ты не второй. Я-то может, включал, может, реально, Толя? Я чинил там. Но у меня прям может, ты Флик что-то не прожил? Стоп, Флик, ты сказал, что там труп лежал, а потом Толя подбежал? Да. А как это Толя может быть тогда? Я не понял, откуда он или со стороны. Голосуйте! То есть, типа, ты его убил? Свет же рубанули, поэтому, возможно... Ладно. А может быть, это был Флик и Ася? Следите за Толей. Нет, это не Ася, точно. Ладно, я надеюсь! Я в любом случае, там Толя приехал курьер, поэтому... Так сказать тебе. Не понял. Мы же проголосовали за Толю. Чего? Ладно, погнали, тогда пойдем выполнять задание.
Но мне реально что-то подсказывает, что Толя предатель, 100%, не знаю. Так, здесь кто-то... Надо найти хотя бы кого-то, надо бегать с кем-то, просто я не хочу один бегать. Так, ну Толя стоит АФКшит. Странно. Очень-очень-очень странно. Нет. Асин, меня не получилось убить, убил в итоге... Кто красный у нас? Флик. Флика, да? В смысле? Так, где ты нашел его труп? Я стрелял на камеру. Я весь раунд, поэтому убить он не мог. Джонни, труп где его нашел? Скажи быстро. Грузовой. Мы сейчас вместе втроем все были. Я, Аси, Джонни. Ну, ты видел, он постоянно подходил, проверял. Да. Ну, это Аси, да. Забей. Забейте, это Джонни и Фазан, знаешь. Все, ясно, да. Таси. Не, ребята, забейте. Я вообще сверху был. Либо не ноль, либо то, либо ты вообще. Я вообще справа сверху был, алло, я справа сверху был, не... Блядь, яйцами клянусь, это не я, блядь, поверьте мне, вы ёбнутые, что ли? Блядь, моим можешь поверить, они всегда срабатывают, они всегда... Подождите, на камеру, я стояла на камерах, Айси стоял посередине, и Фазан побежал вниз. Да, я Фазан со мной был справа, потом... Это Фазан Джонни! Не, потому что еще, Олег, прошлой катке еще в электричестве... Этот Фазан такой говорит, мы с Джонни были в электричестве. Олег, Линус, серьезно, сейчас тут вообще, я тебе серьезно говорю, я белый. Не надо говорить так, брат, Нурсон. Ты так просто начал... Хотя ты сам видел, типа 100%. Клянусь, ну ты все равно понимаешь, ты, Джонни... Ты видел, как я наверх побежал с правой стороны, а вы с Фазаном вниз побежали, и ты мне говоришь, что ты нашел труп середины. Я же вниз побежал, когда мы справа были. Нет, это ты с Фазаном. Я стояла на камерах, Аси посередине, прямо около камеры стоял. Как тяжело вообще. Я только увидела, что Фазан вниз бежит. Я тебе серьезно, кофе, моим яйцам можешь доверять, я тебе отвечаю. Сердце. Бля, походу карма хуярит за то, что поклялся. Вот, бля, не надо такого. Подожди, а Толя АФК стоял? Да, Толя стоял. 100%. 100%. Значит, Олег, все. Да, я-то при чем здесь? Если она была на камерах, не но мы были все справа, а ну, ты а где я был? Стоял на Толе и чекал, что он будет делать. То есть просто... не на Олег, да? У меня был план просто, я стоял на Толе прям сверху в столовке, так что меня никто не видел. Я надеялся, что кто-нибудь подойдет, убьет. Бля, нет, так дело в том, что Толя тоже может быть киллером, просто он АФК киллер. Чтобы зачем мне, типа... если ты меня видел, зачем голосуешь? Я вначале проголосовала. Что? Я не понимаю, что происходит! Я не знаю, что... Я пришел. И все, Толя пришел в ФК, и все. Мы слили эту катку, ведь так, да? Что-то сегодня день странный, вообще ничего не идет, реально, я не понимаю почему. Вообще ничего не идет. Толя, не надо! Не убивай меня, не надо. Не хочу. Не надо, не убивай меня. Так, ладно, давайте выполним здесь задание. Раз, два, три. Да я так и знал! Я заговорил, что это Толя, я вам говорил! О-ля-ля! Ну давайте начнем! Погнали. Так, давайте сразу встаем сюда, на оружейную, на астероиду, выполним задание здесь. Толя, а что ты делаешь здесь? Давайте сделаем вот так вот. Давайте сразу сделаем взрыв реактора. Все, погнали. Давай, Толя, побежали. Прости меня, пожалуйста, Толя, Я выполняю задание с карточкой. Я просто стою, выполняю задание с... Ну, я должен был это сделать. Потом расскажу, почему. Просто надо было, ребят, просто поймите, что надо было это сделать. На самом деле, я... Где убили? Выше астероидов убили. Фазан, у меня один вопрос. Что ты так резко вектор ходьбы поменял, когда увидел? Я тоже, честно, не понял. А почему ты оттуда прибежал сейчас? Вверх пошел? Просто киллеры всегда играют так, что типа, если кто-то идет навстречу трупа, всегда разворачиваются. Я в электрической был, там никого не было. Чего ты говоришь? Не был в электрической. Ты сейчас... Это Болотов. Я молчал. Так Джонни там не было даже. Я сейчас был в электрической.
видео, потому что... Причем, про кого вы, про Серегу, про фазан или про... Про Серегу, я же тут нашел. Я молчал сейчас, я даже ничего не говорил. Я молчал все это время. Я посмотрел, как ты делаешь задание, почему-то у тебя в навигационной три задания толпучкой было. Потом вы спустились с Нино, я сделал целых два. Не, бывает такое, навигационно бывает такое, да, бывает. Окей, в целых два зашел эти листики, поубирал, вернулся назад посмотреть, не убили ли Нино, поднимается фазан и ты, все. Я дальше пошел до щита, начал делать щит, и тут проголосовали. Может быть, кто знает, откуда ты пришел именно, с О2, или ты, может быть, сверху пришел? Я знаю. Я без понятия даже, где убивали. Я стояла на камерах. Я видела, как Сережа один пошел наверх, потом ты побежал за ним, и вы вместе спустились. Фазан пришел снизу к вам. Ну я говорю, скорее всего, это Сережа. Ну просто подозреваемых больше нету, понимаешь? А почему сразу Сережа? Так, друзья, на фазана... Потому что он оттуда пришел. Не, я сейчас скажу, я сейчас навстречу иду фазану, типа вот в грузовиках. Он идет навстречу ко мне и резко назад идет. Знаете, я вот когда играю за киллера, вот такая, знаешь, оплошность бывает, когда я убил сзади труп, я иду вместе с кем-то, типа, о, бля, вместе нашли труп. Быстренько вопрос, подождите, ребят, фазан и Аси, там сколько трупов было? Два? Два. Я электрическое был вообще все это время. Какое электрическое? Ты сейчас был с фазаном. Я потом побежал. Я говорю в конце. Я буду думать на болоте. Все как-то запутано. Нет, я один труп нашел. Я один труп только нашел. Сверху астероидов. Ну ладно. Второй я убил. Первый нашел, да? Да, да, да. Идеально! Идеально! Просто прекрасно вообще! Слушайте, мне это нравится, мне это нравится. Нам по факту осталось что? Нам нужно, в принципе, вырубать свет. Давайте, наверное, ставим это на чуть попозже, потому что КД все-таки у нас не закончилось еще. Все, здесь мы задание все выполнили, можем теперь уходить. Давайте теперь мы просто подойдем к канистр с бензином. Типа мы стоим, наливаем бензинчика такие, как бы. Да что ты... Так, извиняюсь, конечно, извиняюсь, сразу говорю. Я только что в люк пока... случайно прыгнул на глазах у Джонни. Пока что Китти не забыл. Ты же на камерах стоял до этого, правильно? Фазан откуда выбежал? Он прям снизу пришел или откуда? Снизу. Он с этого, с грузового куда-то побежал, куда не помню. Случаем фазан... Мы втроем были на камерах только, вот на одной камере. И Сережа выбежал сверху, ты потом... И вы вместе спустились. И фазан в это время... Фазан прямо снизу бежал, да? Не, да. С навигации. Нет, там не был. Да, там на люк, там прям на люк. Прям по центру справа. И снизу люк прям. А? Труп вообще сверху нашли там. Не знаю. Нет, просто вопрос. Фазан снизу точно, да? Я в электрической был, потом пошел туда. Снизу еще на камерах виден люк. Снизу. Очень странно, что сейчас Ася решил, когда я начали играть. Не, я просто на всякий. Не, на всякий случай. Я тоже начал на фазаны. Да, да, нет, на всякий случай спросил, я понял, поэтому. Пока она не забыла, я поэтому переспросил. Ну, вот, но я думаю, что Асе это было бы невыгодно на самом деле сейчас общий сбор. Но он может вообще всех переигрывать, он же гений, бля, ебаный казан. Ага, да, да, да. Просто невыгодно, потому что у нас КД на килл же идет, правильно? И типа, ну, для предателя это было бы невыгодно, ну, мне кажется. Олег, если бы я хотел всех запутать, я так бы и сделал, блядь. Ну, это ты, а это я. Есть, хотя в этом тоже что-то есть, да. Не, Джонни, ты так стрелки не кидай лучше. Ну, в смысле, я думаю, как киллер, блядь. Ты стреляешь, ты сначала на меня наехал, сейчас... Ну, потому что ты сверху пришел, где труп лежал, понимаешь? Я сначала думал, что вы двое в манекене, но сейчас ты вкидываешь за фазаны. Фазаны, ты где? Я не вкидываю фазаны, я просто спросил у Китти. Я говорю, с электрической побежал направо, там встретил Аси. Он выбегал, кстати, он выбегал с этой, как она... Мы скипаем или что мы делаем? Я что-то не слушаю. Я скипаю, но, блядь, вы замечаете? Они теперь, блядь, между друг другом начинают сраться, докидывают эти туда-сюда. Понимаете, я не вкидываю фазаны, я просто спросил именно у Китти. Потому что она стояла на камерах. Чтобы потом вкинуть фазаны, чтобы вы подумали, что мы сремся, чтобы мы не вместе играем. Да-да-да. Это слишком продуманный, мне кажется, ход, не знаю, это тяжело такое. Ладно, так, все, отлично. Самое главное, что я не под подозрением. Это мне очень-очень-очень нравится. Единственное, что меня бесит, то что у нас КД сбросилось на хил. И это не очень приятно. Так, Аси у нас тут. О, фазан, давайте фазана убьем, и не на убьет Китти. Убей, убей, не на убей.
Олежа! Чего? Ай-яй-яй. На камерах убил, да? Я не убивал никого сейчас. Он передо мной только что. Я никого не убивал, алло! Я стоял, стой! Что было? Я стоял сейчас, наливал бензин. Алло, я сейчас подошел к канистре с бензином и наливал бензин. Олег, я только что фазан видел, как я наливала бензин. Чего? Ты что, прикалываешься? Я только что... Ты что, прикалываешься? Подожди! Ты что, рофлишь? В прошлом раунде, Олег, ты сказал, когда Аси говорил это все, ты сказал, у нас же откат, когда... А так, при чем? Я имел в виду предателя, я имел в виду себя! Да-да-да-да-да. Стоп, подожди! Я стоял у канистра с бензином, наливал бензин! Давай послушаем ее, ты где труп нашла-то вообще? Смотри, я стояла, наливала бензин. Справа от меня стоял фазан, выкидывал мусор снизу, Нино около меня бегала. Олег бежит в сторону света, где чинят электричество. Я бегу к нему. Он убивает при мне, кого я нашла, фазана. И я нажимаю на труп. Все. Аси, тут по эмоционалу Олега 100% уже понятно. Ёбаный. Да почему я? Олег, если бы это Китти была, ты бы на нее погнал бы, потому что... Так я вроде не видел этого, я стоял, канистру с бензином наливал, ты понимаешь, я не понимал, что происходит. Ладно, Олеж, мы с тобой решили, я сразу еще что вкинуть хочу. Когда мы были в управлении, Аси дважды ко мне прибегал, он думал, наверное, с Олегом меня ушатать, возможно, просто как пример говорю. Подожди, Аси. И когда я начал спускаться с управления вниз на склад, у меня просто не было левее, если бы я был левее, я бы увидел, что Олег убил. Когда я начал вниз спускаться на склад, ты стоял не около задания, ты стоял опять же около стеночки и наблюдал, кто-нибудь подойдет или нет, чтобы, если что, кого-нибудь жмыхнуть. Олег, да кстати, на тебе очень заметная херня, когда ты за киллера говоришь, выкидывайте меня, а когда ты мёрдый, нет, вы не тупите. Ну просто, нереально, я тебе серьезно говорю, что я ничего не видел, понимаешь? Я потому что, конечно, понятно, окей, хорошо. Удачи вам. Да. И тебе, Аси, чтобы был один. Ну такой бред просто. Ты слишком подозрительный. Почему Дидо не убил? Почему? Ладно. Ну как это грустно и печально-то, ну почему так-то? О, Аси, хорошо, Нино, молодец. Ну, кстати, Нино вполне может выиграть эту игру, только, наверное, не надо было убивать Аси, потому что подозрения-то были на... В электричестве труп. Я видел Китти. Последняя там была Нино, но я сейчас пересекалась. Ладно, Аси, прости. Ну, у меня тоже есть подозрение на Нино, потому что в прошлом раунде, когда ты сказала про Олега, она начала защищать и сказала, что она не видела Олега там. А где труп примерно? Потому что... Именно по позиции на электричестве. Выше щитка. Можно я скажу? Серег, ты на камерах был? Да, смотри, на камерах, в чем прикол? Я видел, что ты только зашел мне, только начал заходить, окей. И Нино, возможно, могла убить в электрике, попасть в мед, через него пробежать и прийти в камеру. Просто за Серегой, типа, много кто говорил, что там, да, там странные мувы. Да, много я все а еще Джонни один из этой тройки я остался знаю. Жив. Я один из этой еще. Тройки остался жив, Джонни, я стоял около камеры. Медпункт, меня на камерах Серега видел. Я за Нино, сори. Он видел, как я заходил в медпункт, то есть я не изначально сколько там был. Сколько заданий осталось? Кого, в Нино? Ты поддержала, когда видела, что Олег убил, так что... Да блин, ну сколько? Какого фига? У меня, не знаю, что многовато осталось. У меня много. Ну все, Нино улетает, и все. Я не знаю, честно. Да блин! Понятно. Нино просто схавала. Ну что, друзья, вот такая вот серия у нас сегодня получилась по Among Us. К сожалению, не получилось выиграть сегодня за предателя, потому что на самом деле в игру становится играть очень тяжело. Со временем уже все привыкли, все научились, и абсолютно каждый знает, кто как играет. Поэтому выиграть катки за предателя сейчас супер сложно. Но в любом случае, я надеюсь, что вам понравилась эта серия, поставили свой лайк и подписались на канал. С вами сегодня был, как всегда, Олег Кофе. Не забывайте заглядывать в описание, там много чего полезного и интересного. Ну а на этом сегодня все, всем до скорой встречи и всем пока. Пока-пока.